Всем привет! Сегодня посмотрим на наколенники типа Brace от компании Artema. Называются они Artema X Pert. И уже из названия понятна целевая аудитория. Наколенники это не для начинающих, и если кто сомневается, можно посмотреть на цену. Стоят они сейчас 89 тысяч рублей за пару. Это самые дорогие брейсы из нашего, кстати, довольно обширного ассортимента. X-Pert стоит дороже, чем популярные карбоновые под ЭК-8. Собственно, сравним их по весу. Начнем с К8. Весят они у нас 705 грамм за один наколенник. Уже сразу со всеми подушечками и тому подобное. И X-Pert 725 грамм. Чуть тяжелее, но в принципе довольно легкие брейсы. Вполне себе нормальный вес. Брейсы имеют жесткую двустороннюю раму. Протекторы из пластика особо прочного для защиты. И титановые шарниры. Кстати, шарнир здесь двойной, то есть у него две оси вращения. Здесь мы не увидим, так как я не могу снять вот эту вот вставку, но так вот на ощупь это чувствуется, что позволяет ноге более комфортно двигаться, там, сгибать и разгибать ногу. Ну и более комфортно, естественно, будет ездить. Внутри здесь, как и полагается, мягкие вставки. Здесь получаются они такие еще довольно антискользящие, специальный какой-то материал. Четыре ремешка. Регулировка, естественно, по обхвату, да, на липучках, под любую ногу подтянуть. Ну и внутри еще имеется вот здесь вот место для подушечек, для регулировки, собственно, ширины этого места, чтобы они плотнее сидели в колене. В комплекте еще есть там толстые и тонкие, то есть под свою ногу просто подгоняете. Ну, в общем-то, как и все брейсы делают, там те же самые под ЭК-8, там ИВС и тому подобное. Ну, вот брейсы на ноге, дискомфорта я не чувствую. Ремешки плотно прилегают, здесь все обжимается, здесь ничего не давит, вполне себе. Единственное, конечно, довольно странно сделана здесь коленная чашка, точнее верхняя ее часть. Конечно, подразумевается то, что будете одевать, соответственно, сверху штаны, ну и как-то, видимо, может прижиматься будет, но если просто без штанов, ну вот выглядит это примерно так, не знаю. Скорее всего, конечно, расчет идет на штаны и то, что они будут, получается, прижимать эту часть, и она никуда не денется. А так, в остальном, довольно комфортно, вполне себе, да, и легко. Сейчас вот постоял минут 5, я их уже почти не ощущаю на себе. Естественно, конечно, жарко, но от этого никуда не деться. В общем, вот такие вот брейсы Artema, достаточно легкие, но дорогие. Ну, есть и любители бренда Artema, поэтому, я думаю, на них и рассчитана данная модель. Ну, а на этом у нас все. Если вы использовали когда-нибудь или пробовали кататься в таких брейсах, обязательно пишите в комментариях, было бы очень интересно почитать об этом. Ну или приходите к нам на сайт, смотрите наличие цены. Всем пока!